времени суток. Меня зовут Сергей. У меня рак, хондросархома. Проведена уже ампутация у меня. И сегодня я вам покажу, как я готовлю кушать. Кушать мы будем готовить сегодня щи, настоящие щи. То, что вы называете щами, в основном это я называю суп с капустой. В процессе готовки вы поймете почему. Ставим воду на газ. И первым делом начинаем резать мясо. Мясо у нас пойдет первое. Для готовки у меня сделано вот такое специальное приспособление. Я ее сделал сам. Делал наугад. Приспособление само по себе не хитрое. Доска с саморезами с нержавейки, которые позволяют мне удерживать тот или иной продукт. Сейчас мы начнем резать мясо. Мясо свинина. Втыкается на саморезы. Саморезы будут держать мясо. Берется вот такой вот чудный прекрасный ножичек и нарезается потихонечку на куски. Куски можно резать по своему усмотрению. Вообще щи варятся, в них кидается полностью, закладывается одним куском мяса. И после того, как мясо сварится, мясо это уже толкушкой разминается и разрывается на мелкие куски. Так правильно варить щи. Но я уже так щи не могу сварить. Так что я буду делать вот так вот. Более-менее нарежу на кусочки меньше мяса. Закладу его в тарелку. Видите, у меня уже оно начинает ездить. Вот приблизительно у меня получаются вот такие кусочки мяса. Есть у меня еще хитрость одна, как их сделать меньше. Надо просто их вот так вот перекладывать все чаще и разрезать. Тоньше и тоньше. Чем тоньше, мне кажется, кусочек мяса, тем более будет приятнее кушать. И вообще я люблю готовить все тоненькими кусочками, что картофель, что мясо. Мне почему-то нравятся маленькие кусочки. Не знаю, как вам, но мне нравятся маленькие кусочки. Так вот, я разрезал. Теперь то же самое вставляю на саморезы. И разрезаем, продолжаем разрезать. Ножик хороший, я его не подправлял. Рекламировать не буду, потому что сейчас ножи идут непонятного качества, но этот за свою цену режет относительно неплохо. Так. Свинину я взял где-то от 400 до 50 грамм ложу на щи. Ну и в принципе, как стандартно на 5-литровую кастрюлю, то же самое на суп я кладу где-то 400 грамм. В принципе, если затронуть тему, вот эту, да, я еще до операции задумывался, когда мне сказали, что произведут ампутацию, я еще тогда начал задумываться, как я вообще буду жить. И вот это приспособление, вот эта доска, у меня еще была разработана до операции в 2016 году. Я задумался, как я ее вообще сделаю. Сделал я ее в августе 2017 года. И где-то уже с сентября, когда я более-менее оправился от операции, я начал уже приступил к самостоятельной готовке. Готовка возложена в семействе на меня, так как супруга работает по сменам. И я вот человек, который потерявший работу, занимаюсь процессом кашеварения в семействе. Вот мы с вами почистили мясо, которое по истечению того, как вода закипит, мы его заложим в кастрюлю. Пока его откладываем в сторону. Следующим мы будем чистить картошку. Сейчас я вам покажу, как я вообще все это делаю. Чищу картошку, чищу морковку и как я ее режу. Вот эта часть доски
маленькие саморезы, это у меня идет для моркови. Вот эти два оставлены для картофеля и свеклы. То есть я вставляю вот так вот картофель. Беру такое изобретение человечества, когда у меня было две руки. Я просто попробовал и почистить, и вообще не понял, что это за такое и зачем оно нужно. Теперь я понимаю, для чего это надо. Дальше. Картофель держится на саморезах и спокойненько вокруг вот так вот срезаем кожуру. Срезали, перевернули. Помыли, отложили в сторону. В щах я буду использовать картофель трех видов. Дальше я вам покажу. Вообще щи варятся изначально по древней, так скажем, не русские, но как дедушка с бабушкой делали. Картофель целиком закладывался в кастрюлю. Потом, так же как и мясо, после мяса картофель доставался, толкушкой тололся до состояния не пюре, но так крупно тололся толкушкой, и обратно закладывался в кастрюлю. Мы будем делать трех видов, как говорится, угодить на всех. Это закладная картошка. Картошка резаная и картошка мелко резаная. Чем она отличается? Сейчас я вам покажу. Так. Чистим. Оп, огромные глазки тогда. Переворачиваем. В принципе, если поставить себе цель, то можно выполнить. Как бы любой человек, ну, который смотрит мои видеоролики, наверное, вот до вот этого момента никогда бы не задумывался, что я могу полностью, ну как полностью, процентов 70 я могу делать, выполнять работы самостоятельно. Что я не могу? Я не могу открыть консервы самостоятельно. Дальше, что мне еще не под сильно? Не под сильно мне разбивать яйца, получается, но так не скажем, не талонно и не совсем удобно. Вот это у нас один из видов картофеля. Теперь вот закреплен он на саморезах, и я его нарезаю на дольки. Нарезаю на дольки. Оп. Теперь перехожу на другую сторону. Беру картофель, ставлю сюда. И здесь вот есть у меня такое чудо-изобретение. Никогда никому не советую покупать его. Супруга приобрела. Я даже тогда, как, так скажем, негативно к этому относился. Очень негативно. Но, в принципе, в данный момент оно меня выручает. Картошку режу я на дольки при помощи вот этой насадки. Если брать ниже насадку, она уже не начинает прорезать. Это единственная рабочая насадка, которой я могу картошку. Режу я, соответственно, вот так, разрезав вдоль, ложим, режем. Картошка получается крупновато. Мне не всегда устраивает такая картошка. Я люблю поизысканнее готовить. Но, если честно сказать, я готовить не люблю. Но деваться некуда. Готовим. Так, вот это первый вид картошки. Как я чищу. Теперь сейчас покажу вам второй вид картошки, который буду использовать при готовке щей. Беру насадку. Она, наверное, идет как терка. Нет, не как терка, как не знаю что. Ну, в общем, насадка для столовой. Так,
беру полую картовинку, надо укрепиться. И уже второй вид картошки пойдет вот таким вот образом. Получается у нас вот такая вот картошка, она к концу развалится и получится такие на мелко-мелко, и вот такая вот картошка. А третью картошку, как я говорил, уже буду обкладывать в это самое целиком. У нас с вами закипела вода, теперь мы в нее закладываем наше мясо. Так, аккуратненько. Вот. Процесс варение щей, он сам по себе не быстрый. И мы попутно с вами приготовим сейчас салатик. Заодно покажу вам, как я чищу морковь. Морковь я чищу, она уже длинная. Я ее закладываю вот так. Края обрезаю. Ну и дальше все стандартно. Такой же самый приспособой. Салат у нас будет, как он, наверное, правильно называют его обычно витаминным. Сделаем такого плана. Сейчас мы почистим морковки. Объем большой с вами готовить не будем, нам вот этого уже моркови вот этой хватает. Следующим этапом почистим перец. Перец мы его разрежем пополам. И вот таким вот образом его почистим. Так, теперь то же самое почистим капусту. Капуста у меня вот так вот отрезана. Ее надо ровненько взять. Так, я ее оставляю. В процентах соотношение капуста, морковь. Ну, морковь всегда можно побольше, она, ну вот ребенок у меня больше любит. Морковь это самое. Тут уже на любителя. Кто так готовит, я стараюсь побольше моркови добавлять. Перец это уже по вкусу на любителя то же самое. Но в принципе, если не добавляя перца, салат тоже получается хороший салат, классический.
стандартно. Теперь мы сейчас с вами это вытащим в нашу емкость. Последний у нас остался ингредиент. Это лук. Сейчас вы также увидите, как я его чищу. Оп. Берем лук салатный. То же самое. Берем ножичек. Лук салатный. Я вставляю вот сюда. Отрезаем. Отрезаем. Дальше стараемся вот так вот надрезать до конца и просто уже отламываем верхний слой. Теперь все тоже при той же самой терке натираем. Посмотреть на лук, он получается вот такими кольцами. Может, он, да, для шашлыка сейчас идеально, но для салата, я считаю, такой лук уже не вариант. Следующее я делаю вот так вот. Беру вот такие ножницы и просто его в контейнере разрезаю на мелкие части. Получается уже более-менее мелкий лук. Добавляем лук, соль, все это по вкусу, перемешиваем. Добавляем масло растительное, и вот, пока мы готовили щи, так как это затратно по времени, мы успели с вами приготовить салат. Ну вот, у нас закипела вода, и теперь мы убираем крошево. Крошево у нас заморожено, хранилось в пакетиках в холодильнике. И вот, благодаря этому крошеву можно отделить щи и суп с капустой. Без этого крошева вы варите суп с капустой. Хоть там и написано будет, что это щи в любых это самое учебниках, но на самом деле щи варятся с серого крошева. Убираем щи, крошево и закладываем нашу почищенную картошку. Теперь ставим на медленный огонь, и часа 2-2,5 оно у нас будет, наше крошево, вариться вместе с картофелем. Потом достанем картофель, растолчем и обратно уберем. Вот у нас картошечка сварилась, ее время пришло доставать. Сейчас мы ее достанем. Так. Растолчем и уберем обратно. Процесс, как я и говорил, варки щей или приготовления щей, кому как больше нравится,
он не быстрый, но и, пользуясь случаем, о-ля-ля, я успел пожарить картошки. Так. Вот так вот, в принципе, у меня проходят и будни. Почистил, порезал, приготовил. Мнем картошку. Мелко не надо, как пюре мять. Достаточно просто вот так вот ее раздавить. Так. И вот этого уже вполне достаточно. Дальше при помощи такого же инструмента берем ее на место. Трубич, кастрюля. Так, и вот теперь заключительный у нас этап. Добавляем заранее нарезанную картошку, как я говорил, пластами и кубиками. Продолжаем также варить на медленном огне. Еще минуток, так, эдак 20. Ну вот, друзья, все, сварил я щи. Щи получились наваристые, щи получились густые. Три вида картошки, как я вам и обещал. Мясо и само крошево. В щи никакая приправа не добавляется. Ни лавровый лист, ни перец, ничего. Щи только белятся сметаной и добавляется по вкусу резанный чеснок. Ну, что вам сказать? Приятного аппетита. Заключительный этап. У меня свой отдел контроля качества, мой сын Миша, хороший мальчик, талантливый, спортсмен, вкусно, молодец, приятного аппетита. Михаил Сергеевич с этого года обзавелся своим каналом на Ютубе, у него свои ролики, заходите к нему, ссылка в описании снизу, посмотрите, чем занимается мой ребенок, его достижения. Ну, что ж сказать, я не пропадаю, всем добра, здоровья и приятного аппетита!